А горлышко мне свое покажешь? Давай вместе скажем «а». Нет, вытягивай язычок. Ага, прелестно. Тамара Акопова из Ульяновска приехала в рабочий поселок Майна, устроилась в районную больницу в этом году, после окончания университета. Лечить местных детишек ее пригласила главный врач. Специалисты нужны, кадров не хватает. Да и Тамара изначально была не против поселиться в области. Это опыт, это совершенно иное отношение к медицинскому персоналу, к врачам. И, конечно, когда ты долгое время рассказываешь молодым специалистам о том, как прекрасно работать на сельской территории, но сам там не работаешь, то понимаешь, что нужно своим примером показать. Тамара приехала в Майну по программе «Земский доктор» и получила 1,5 миллиона рублей подъемных при условии отработать не менее 5 лет на рабочем месте. Остальные льготы для молодых специалистов также сохранены. Это единовременная выплата в размере 10 000 рублей и последующие надбавки. Администрация Майнского района компенсирует часть затрат на аренду съемного жилья. Вот. И это тоже прекрасная поддержка. В этом году по программе «Земский доктор» приняли 6 специалистов. Недавно районную больницу, а точнее часть взрослой поликлиники, отремонтировали. Фойе, регистратура и кабинеты теперь выглядят опрятно. Светлые стены, новая мебель. Учреждение приобрело располагающий вид. В обновление вложено 17 миллионов рублей. Также заменили коммуникации, которые отслужили более 30 лет. Электрику меняли, сантехнику меняли, общестроительные работы, отопительные системы. Система, окна, двери, то есть вот полный капитальный ремонт. Здание постепенно приводят в порядок, но проблема кадрового дефицита пока что не решена. Несмотря на пополнение в коллективе, все так же требуется онколог и кардиолог. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ.